Девочки, я сегодня проводила дочку уже на поезд, они поехали в поездку. В общем, я сейчас решила начать уже следующий влог. Предыдущий влог уже закрыла, над ним работаю. И закончился он тем, что дочка собирала вещи. И очень тут все было разбросано. Ну, в общем-то, я за 2 часа прибралась. В общем-то, вещи-то поразложила, все полики помыла, искупалась. В общем, я сейчас кайфую пока что. Сейчас уже вечер. Сейчас покажу вам, как тут стало. Я, конечно, еще так подробно особо сильно нигде не убирала, но у меня еще неделя впереди. Мне ж нужно будет чем-то заниматься, да. И я найду себе занятие, буду потихоньку где-то что-то в каких-то там уголках, может, порядок наводить. Ну, а сейчас пока покажу вам, как здесь у меня. Ну, вот я в спальне тут порядок навела, постельное поменяла. Тут лишнее поубирала, сложила. В общем, тут у меня красота. Здесь тоже поубирала, все нормально. Здесь все нормально. Пыль повытирала, полики помыла. Ну, на балконе я просто сложила игрушки в коробку и все. Так, там дождь вроде как собирался, не собирается. Вот просто брала чистенько полики. Тут тоже промыла, пропылесосила. Вот солнышко уже садится. Красиво, когда солнышко садится. Небо такое симпатичное. Дождя нет. Вроде бы дождь собирался, но пока нету. Так, ну вот это мое рабочее место. Тут я сижу за своим ноутбуком. Сейчас буду монтировать видео. Или завтра буду монтировать. Что-то мне сегодня ничего уже не хочется делать. Я как-то подустала. В коридоре порядок. Кстати, дочка как уехала. И все, малая немножко попрыгала, я имею в виду кошка. И все, легла, тут она притихла, уже часа 2, она молчит. Вот лежит, отдыхает, все. Постельное постирала уже. Ну, вот здесь вот немножко я, может быть, вообще-то дочка тут будет перебирать вещи, но я, может быть, немножечко их поаккуратнее сложу. Посмотрим. А вот тут же я вам показывала на столе. Было все набросано. Ну вот я вся поубирала. Умывальничек помыла. Зеркало помыла. В общем, хорошо все. Надо будет еще вот это зеркало протереть. В общем, короче говоря, буду искать себе работу. И найду чем заняться. Искупалась. Поела уже. В общем, лежу, кайфую. Смотрю телевизор. Все, пошла дальше отдыхать. Так, пока я тут сижу, монтирую видео. Мила проснулась. Где она там есть? Поела. Я ей водичку поменяла, покормила. Все. И вот она начала. И все. Ходит и орет истошным воплем. Куда ты лезешь? А нельзя сюда лезть. Ходи по полу. Пойди на когтеточку свою сходи. Пойдем. А то, кстати, спрашивают, где когтеточка? Вот она. Вот она когтеточка у нее. Смотрите, какая высокая. Вот она. Там домик внизу. И я сегодня, милочки, тут побрызгала кошачьей мятой. Давай, точи когти. Давай, точи. Вот там не точи, а вот тут точи. Помурчи, помурчи. Короче, любит кошка общение. Хочет, чтобы с ней общались. Пообщались, поговорили. Но этого мало. Она вот пообщается, а потом ей надо все равно походить и поорать. Вот она такая сама по себе крикливая натура, да? Кошка, Милка. Скажи, я люблю просто покричать. Мне нравится голос подавать. Сейчас я отойду, и она начнет за мной тоже скакать, да? Ты за мной пойдешь? Что он там делать будет? Она все слышит. Мелко все слышит. Ну ладно. Хорошо. Я сейчас только сяду монтировать видео, сразу начнет орать, начнутся вопли. Девочки, я домонтировала видео спокойно. Что-то никого не слышно, не видно. Где она? Сидит. Целый час Наверное, спала, лежала. Услышала, что я иду. Тилинкнул телефон, и она сразу, опс, как Ванька, встанька, солдатик, встала. И встала, да? Вот жизнь. Хочу, поспала, хочу, поела. Поела, поспала, поспала, поела. А, ну и надо же еще покричать, голос подать, да? Хорошая жизнь. Интересно, целый день спала? Ну, полдня, по крайней мере, точно проспала. Ночью будет она спать или что мы будем с ней делать? Посмотрим. В общем, девочки, без 25, да, сейчас? Без 25. Ночи. Вот они мы уже. Вот они мы. Мы уже вот они. Ой. Ну, я уснула в начало первого, честно говоря. Милка рядом лежала, вместе уснули. Потом, я, честно, вот сейчас не могу понять, кто из нас первый проснулся. А, я проснулась выйти в туалет. Она за мной пошла. Ну и все, и вот это вот начало уже тут мурчать, под ногами крутиться. Я еще, главное, я ложусь на бок, а она на меня еще норовит залезть. Да про тебя я говорю, про тебя. Вот. Ну, в принципе, у меня дома тоже бывает. Я так и знала, что первая ночь она будет здесь с Милой. Может быть, вот такой какой-то. Не прям вот я прям тут высплюсь. На новом месте, тем более я спала на большой кровати. Вот. И спала с кошкой. Непривычно для меня это все. Поэтому я, короче, вышла сейчас уже. Я вчера смонтировала видео, она пока выводилась ночью. Я вышла, думаю, ладно, кофе попью сейчас. Видео проверю, в общем. У меня есть чем заниматься, честно говоря. Может, лягу, еще полежу, может быть, еще что-то поделаю. Но самое главное, что я могу уже не говорить шепотом, могу говорить спокойно, могу включить свет, телевизор, все, что мне нужно включить. И, в общем, делать все, что могу, все, что хочу. На цыпочках ходить не нужно мне сейчас. Так, Милка проголодалась, пусть покушает. В общем, короче говоря, девочки, я так подумала, решила, пока я тут у дочки. Ну, здесь, во-первых, есть чем заняться. Здесь есть что-то такое новое, что я могу поснимать. В общем-то, мою домашнюю обстановку вы уже знаете, в принципе. Чем я там дома занимаюсь, уже тоже знаете. И как бы там уже вас удивить трудно чем-то, да? А здесь пока вот я нахожусь, здесь в принципе каждый день я найду, куда свой нос засунуть и что поделать на самом деле. Вот, поэтому буду снимать, в общем-то, влоги здесь и, в общем, смотреть, что я тут делаю и что я тут еще придумаю. Вот так вот. Так что, можно сказать... День первый начался среди ночи, вот там, без 25. Ой. Ой, девочки, сейчас вот стоит мне умыться, и все, как будто вот ночи не было. Ладно, попью кофе пока, посижу. Ну что, девочки, день, можно сказать, начался. В общем, я уже как-то так... Кофейка припила и вроде как и проснулась, и бодрячок у меня появился. Так что я сейчас умываюсь, глазки, чтобы открылись у меня хорошо. И уже я прям знаю, что я сейчас делать буду. Я прям уже решила, что я буду делать. Так что все, умываемся и вперед. Ой, мои хорошие, как хорошо, прям бодренько. Так, кремушек намажем какой-нибудь. Сегодня суббота. Я смотрю, у нас люди, наверное, с пятницы на субботу особо любят гулять. И прям слышно на улице какие-то, то машины ездят. 6 час утра, а машины снуют туда-сюда. Кто-то там орет чего-то там. Так, ну ладно. Я готова. Девочки, решила я припить еще немножечко кофе. Кстати, вот у меня здесь два кофе. Один с кофеином, другой без кофеина. А почему так? Потому что я любитель кофе. Утром, когда мне нужно проснуться, я пью кофе с кофеином. А потом уже, когда две чашки, по крайней мере, выпью с кофеином, потом я начинаю пить без кофеина. Кофе пью в целом очень много. И уже когда днем я чувствую, что мне нужно опять взбодриться, я опять с кофеинчика пью. Кстати, здорово придумано, очень здорово, мне это нравится. Потому что раньше я пила все время с кофеином, и иногда просто уже перебор был, знаете, когда уже слишком много кофе. И уже остановиться надо, кофе хочется, знаете, люблю, а что делать. Вот такой вот первый день у меня сегодня начинается у дочки. Кстати говоря, хочу сразу сказать, я к ней сюда взяла немного своей одежды. Вот буквально вот просто совсем немного. Но так как сейчас вот просто жарко, даже утро, но все равно вот как-то уже жарко. И тем более я двигаюсь все время. Вот мне самое удобное для домашней работы это вот этот вот сарафанчик. Так что если вы будете меня видеть в одном и том же, не удивляйтесь, я не у себя дома. Так что у меня здесь гардероб небольшой. Что удобно, то и ношу. Ой, а как все-таки, елы-палы, приятно сниматься на фоне вот такой красивой кухни. Я балдею, мне это нравится. Честно говоря, определенно нравится. Что я хочу сейчас сделать? Сейчас я кофе попью. Вот этот стол у нас тут стоит временно. Это так, стол на ножках. Ну, чтобы вот мне, например, здесь заниматься удобно с ноутбуком. Посидеть, покушать вот удобно, потому что этот стол, он все-таки высоковат, хотя и стулья уже высокие есть, но там ноги некуда девать, поэтому вот удобно здесь. Но этот стол, он метровой длины, а вот там в спальне дочка стол поставила, такой же, только 1,20 м. Чуть-чуть, как раз вот эти 20 сантиметров не хватает, потому что когда я дыню сажаю кушать, я сама сажусь, беру тарелочку сюда, его сажаю, чтобы вместе с ним как бы кушать, смотреть. Ну, здесь маловато остается места. Даже если Дэнни сядет там поиграть, порисовать. Вот я думаю, вот эти 20 сантиметров как раз вот здесь и не хватает. Я хочу эти столы просто поменять местами. Вот этим я сейчас и займусь первым делом. Ну и потом вот в той комнате, там просто как-то так вот все наставлено. Я хочу немножечко это все так сдвинуть, скомпоновать. И вот там, где коробки, там везде отодвинуть и вымыть полы. В общем, здесь я уже прибралась, с той спальни, где я сплю, прибралась. И вот мне хочется еще вот порядок навести вот в маленькой спальне. В общем, сейчас этим займемся. Ну, как здорово, просто я не могу налюбоваться. Классно. А еще хочу сказать, у нас тут яркие лампы, вот освещение здесь, вот эта подсветка просто шикарная. Сейчас у меня горят вот эти маленькие лампочки, даже большую люстру я еще не включала. Но мне нравится, вот здесь вот уже не нужно вот эти вот лампы ставить, чтобы было освещение для видео. У нас уже вот этого освещения как будет достаточно для того, чтобы просто снимать видео без этих ламп. И вот я взяла вот эту стоечку сейчас из дома, принесла держатель для телефона. Я же на телефон снимаю, девочки. Вот. И сейчас вот на стоечку поставила, не надо держать в руках. Очень все удобно, класс. Ну что, девочки, вот в этой комнате я хочу немножечко здесь скомпоновать все и помыть полы вот за этими коробками. Посмотреть, что я там буду делать еще. Так, наша красавица пошла на когтеточку точить когти. Кто говорит, что она на когтеточке этого не делает? Делает, но не всегда. Так, вот этот стол у нас 1,20 м. Я хочу его перенести туда. Ножки на этом столе розовые, на том серые. Ножки я переставлю с одного стола на другой. Ну, а вещи посмотрим, куда надо будет положить. Посмотрим. Ну что, девочки, вот я полики тут уже помыла. В общем, разобрала по всем углам. Самое главное, что вот эти вот коробки я там помыла везде все и сложила в один угол. В общем, очень просторно стала поляна. Мне осталось тут еще немножечко вот поскладывать вещи на столе, на одном, на другом столах и все. А вот это вот я сейчас закрою. Закрою Вон простыночка есть, закрою, чтобы не пылилось, и все. Ну вот примерно так накрыла, и все. Все, осталось тут везде вот пыль повытирать уже на полочках, на подоконнике, где еще есть найти. И в общем все, мне уже тут нравится, здесь прям уже просторненько в комнате. Ну вот я поменяла столы, и вот этот стол, он длиннее на 20 сантиметров, как раз вот пол стола вообще свободный. Ребенок может спокойно здесь садиться, рисовать, кушать. В общем, это я даже еще так расположилась просторно. Вообще можно еще и сдвинуться. Так что пусть пока так стоит, мне нравится все. Это то, что я хотела сделать, но мне мешали. Девочки, решила я сегодня еще раз поэкспериментировать с посудомойкой. Вот эта сковорода старая, и вот хочу я помыть ее в посудомойке. Видите, какой налет еще на крышке, и вот здесь вот везде. Вот, только на этот раз я поставлю температуру 70 градусов и посмотрим, как оно отмоет. Ну, что-нибудь еще из того, что поместится, еще что-нибудь положу. Так, пора уже позавтракать, девочки. Моя любимая овсяночка, вот это вот моли, я уже вам показывала. Вот сегодня тропические фрукты будут. Вот так заливаю чуть-чуть кипяточком. Ну, примерно 150 миллилитров где-то. И все, 3 минуты постоит и завтракаю. А обед буду готовить немножко позже. Все, пусть настаивается. Девочки, хочу сейчас постирать вот коробочку одну белую, одну черную. Это вот эти икеевские коробки. Они, кстати, вот из ткани. Я уже как-то стирала, и она стала как новая. Коробку дочка собиралась выбрасывать, вот ту, которую я постирала. И я, когда ее помыла, она стала чистая, как новая. И дочка передумывала ее выбрасывать. И я ей говорю, не выбрасывай, давай их помоем и все. Я в ванной сейчас сделала пену с порошком. Сейчас замочу там минут на 5 и щеточкой раз-раз и помою. И все, будет она прекрасная. Черная там тоже вообще замызганная стоит, ну и черную тоже потом помою. Запущу стирку, у меня есть еще потихоньку стирка, пока у меня белье там уже высохло. Сейчас полотенчики всякие разные постираю и пойду почитаю кое-что. Девочки, пока там белье замачивается, не белье, а коробки. Что я, думаете, почитать-то решила? Пока мне никто не мешает, не отвлекает, я решила почитать встраиваемый духовой шкаф и встраиваемая микроволновка, встраиваемая. Вот. Почему решила почитать инструкцию? Потому что, когда был день рождения, вот нам только все установили и все. Я еще не освоила духовой шкаф, а тут уже надо готовить. Дело в том, что духовым шкафом электрическим я пользуюсь давно, но в моей духовке нету конвекции. Теоретически я эту конвекцию как-то когда-то изучала, но подзабыла уже кое-что, и при том, что теория теории, нужна-то практика. Поэтому я уже потом, я сначала включила конвекцию, потом решила не рисковать и просто включила верхний и нижний тен, и в общем окорочка прекрасно приготовились. Сейчас я просто хочу узнать, какие там есть еще режимы, какие режимы лучше для чего подходят. В общем, хочу просто спокойно ознакомиться с этой духовкой. И вот у меня есть бедрышки, я хочу их сегодня приготовить, хочу в духовке запечь. Вот сейчас узнаю, что к чему, и буду готовить. Ну, микроволновка для разогрева, мы уже поняли, как она работает, но я хочу еще микроволновку почитать. Что еще есть в ней интересного? Какие функции? Там есть еще вот 2 кнопочки, которые мы еще не знаем, для чего они нужны. Ну, по крайней мере, я сейчас все узнаю, сниму видео. И дочка, если захочет посмотреть, она раз видео посмотрит и будет знать. Ну и я, если забуду, тоже видео посмотрю, буду знать. Вот так вот. Так что помимо уборки у меня еще сегодня чтиво. Буду читать. Нужно освежить память, правильно? Знания, они приходят и уходят, если они не подкрепляются практикой. Вот так. Все, на данный момент у меня посудомойка работает. Моет там сковородку, кастрюльку я туда еще закинула, пару стаканчиков так закинула, на 70 градусов поставила. Там замачивается. Кстати, девочки, читаю я комментарии, и вот мне девушка одна пишет, у нее тоже посудомойка Electrolux, и она пишет, зачем перемывать, через несколько моек все само отойдет. И она пользуется режимом 30 минут, и, в общем, в принципе, она со временем все отойдет. Да, я согласна, что это может быть вполне, но дело в том, что я перемывала кастрюли, которыми пользуемся мы редко, вернее, вот мы будем уже ими пользоваться совсем редко, большую мы вообще используем вообще очень-очень редко. А другие кастрюли, они сейчас просто будут лежать там на всякий случай, там, ну, пока полежат. Потому что кастрюли купили новые, а старые, чтобы они не лежали грязными, я решила их помыть с одной стороны, а с другой стороны протестить посудомойку-то надо, надо. На чем? На старой посуде, правильно. На новой-то я не буду тестить, потому что она новая и еще совершенно чистая. И также тарелки все новые поставили, мы вот они у нас теперь пользуемся только новыми тарелками, старыми. Я вообще даже не знаю, где, может быть, дочка их выбросила или просто мы убрали. А, я, по-моему, перемыла их все, да, мы просто их убрали. Ну, в общем, ладно. А еще по поводу комментариев. Читала я там комментарии, я уже не помню, в моих комментариях или в дочкиных, потому что я и свои читаю, и ее читаю, особенно пока ее нет, надо же там быть в курсе, что там люди пишут. И там кто-то написал, что почему дочка вроде как не занимается там с ребенком, и кто-то пишет, вот молодцы кто написал, что она не снимает, она же не все снимает, правильно? Хочу сказать, что да, когда с ребенком занимаешься, вот я по себе знаю, да, пока ты с ним занимаешься чем-то, там какая-то игра, какое-то рисование или что-нибудь, его можно, ну, сосредоточить на этом всем. Только для этого нужно, чтобы телевизор не работал, чтобы ничего не отвлекало. Но стоит взять в камеру в руки и начать что-то снимать, он уже отвлекается, он перестает заниматься этим занятием. Но ему нужно повоображать на камеру, он уже понимает, что такое камера, все прекрасно. Вот, так что, девочки, вот так и получается, что когда он сам чем-то занимается, когда с ним особо чем-то занимаешься, в этот момент либо кто-то должен снимать, чтобы этого он не видел, но он, как правило, видит, замечает, даже вот я кусочек там сняла, пока дочка с ним играла, и он только увидел, что вот у меня телефон в руке, направлен на него, все, он уже вскочил, побежал, начал вокруг меня плясать. Все, ему уже ничего не нужно. Он любит сниматься, будущий блогер, короче говоря. Вот такие дела. Ладно, вернусь вам попозже. Сейчас пока поделаю вот эти дела, и потом вернусь к вам, девочки. Все, девочки, дверца у меня посудомойки открылась. Там на остатке времени было 5 минут. Красная горит еще лампочка. Осталась 1 минута, и вот сейчас загорится зеленая. Откроем, посмотрим. Все, загорелась зеленая лампочка. И, значит, уже сухое должно быть все тут у нас. Так, меня больше всего интересует вот эта сковорода. Так. Достаю осторожно, не знаю, вдруг оно еще горячее. Горячее, но брать можно. Так. Ну все, донышко очистилось, в общем, стакан. Стакан стал чище. Второй тоже. Прекрасно. Вот эта сковорода больше всего меня интересует. Сейчас посмотрим ее. Я смотрю, донышко стало лучше. А вот здесь вот осталось еще. Вот это вот. Ну, я думаю, что сейчас руками чуть-чуть почищу. Но самое главное, что ручка не испортилась. Я не знаю, с чего она сделана, но это не дерево. Вроде как силикон какой-то сверху. Но не испортилась хорошо. Сейчас я ее дочищу, да и все. Не до конца она отмылась. Ладно. Ну, а здесь я уже просто кастрюлю перемывала. А, кстати, вот эта крышка, которая от этой сковороды. Тоже она практически отмылась везде, только вот чуть-чуть осталось, вот немножечко. Это тоже можно, в принципе, дочистить, пока оно все отмочено и все хорошо. Так, а вот это уже повторная мойка. Все начисто, абсолютно начисто очистилась вот эта вот крышка от этой большой кастрюльки. И сама вот эта большая кастрюлька тоже стала намного чище. Все, практически все отмылось. Там чуть-чуть, едва видно полосочка. Все, и донышко стало чище. Отлично, я даже не буду ее перемывать. И вот эта крышка тоже повторная. Это от другой кастрюльки. Тоже в прошлый раз я ее мыла. Она чуть-чуть не домылась в прошлый раз, а сейчас она домылась абсолютно полностью. Нигде никакого налета не осталось. Все, я довольна. Все мне нравится. Класс. Вот. В общем, девочки, без особых усилий я немножечко добавила пемолюкса и всю кастрюлю эту очистила. Она уже вся откисла и очень легко все очистилось. Ну вот спрашиваете, почему я ее чищу, можно ее повторно, допустим, отправить. Мы просто очень-очень редко ее используем. Вот видите, пришли гости, и нужно было сварить компот. Вот видите, все чистенькое теперь, как новая она стала. Даже донышко и то, видите, очистилось совершенно. Вот, вот эта сковорода, видите, она частями как очистилась, частями нет. Но руками это трудно делать. И я думаю, что за несколько раз она, собственно, в посудомойке и очистится. Вот эту крышку я мыла повторно. В прошлый раз там чуть-чуть было не домыто. Сейчас домылось все и везде, во всех этих закоулках. Хочу вам сказать, девочки, ополаскиватель все-таки, по моему мнению, нужен. Потому что я знаю, что когда ополаскиватель используете, то посуда, она практически скрипит. И никаких разводов не остается. А вот у меня сейчас, вот я когда достаю с посудомойки, у меня такое ощущение, что не совсем моющее средство даже смылось. Мне прям хочется даже ополоснуть ее. Поэтому ополаскиватель мы приобретем и всегда будем использовать с ополаскивателем. Несмотря на то, что таблетки, там какой-то есть ополаскиватель, но, видно, не до конца справляется. Так, девочки, почитала я инструкцию по духовке. В общем, вот этот вот у нас перечень, какие программы. Вот эта программа «Быстрый разогрев». То есть, чтобы духовка быстро нагрелась, я ставлю на этот режим, выставляю температуру. Ну, меня устраивает 180. Все, я поставила на 180. И у меня там загорелся свет. Сейчас разогревается духовочка. После того, как она разогреется, я поставлю на вот режим конвекции, круговое кольцевое нагревание идет, и будет вентилятор будет крутиться, и равномерно 3D конвекция будет равномерно со всех сторон мои окорочка обдувать. Ну, 4 бедрышко я уже посолила, поперчила, положила на противень. И вот сейчас буду ждать разогрева. Что еще я интересного тут вычитала? Вот, допустим, берем мы противень. С обратной стороны противня есть вот такие вот выемки. И на решетке то же самое. Вот этими выемками нужно ставить к задней стенке. То есть поворачивать так, чтобы эти выемки были к задней стенке. Потому что эти выемки как раз фиксируются, чтобы противень прочно стоял. И то же самое касается решетки. Вот здесь вот выемка, решетку ставим к задней стенке. Вот здесь она без бортика, а сзади она с бортиком будет. Решетка нужна для того, чтобы делать гриль. Допустим, вот большие куски мяса на решетку можно положить. Снизу поставить противень, чтобы туда капал жир. И тут есть такой режим гриль. Большой гриль, малый гриль. То есть можно поджаривать, подрумянивать корочку. Есть режим пицца, будет тогда снизу греться больше. И есть режим разморозка. В общем, ну, разные интересные режимы есть. Сейчас на дисплее горит вот эта лампочка. То есть это режим идет пока что набор температуры. Когда она погаснет, значит температура уже достигла того уровня, который мне нужен. Все. Вот этот градусник погас и прозвучал сигнал. Теперь я хочу подставить туда противень. Когда открываете горячую духовку, надо быть очень осторожным, потому что горячим паром можно обжечься. Все. И поставлю я вот этот вот символ 3D конвекция. Температура остается прежней. Ну все, будем поглядывать, будем наблюдать. Еще я поставила вариться макарошки. Давайте посмотрим, что делает малышка наша. Малышка отдыхает. Ой, лапками закрыла глазки, чтоб свет не светил. Ну, умница девочка, молодец, хорошо. Так, ну что тут у меня, в общем-то, в принципе, чисто. Вторая стирка у меня закончилась. Коробочка беленькая тут стекает, стоит. Тут надо будет еще как-то порядочек навести. Ну, честно говоря, баночки дочкины, я не знаю, куда их с места на место только переставить. А вот сюда я поставила на тряпку черную коробку, потому что она немножко линяет. И чтобы ничего не испачкать, в общем, пусть тут она стечет. Ну что, полчаса прошло уже, окорочка мои там запекаются на режиме 3D конвекция. Кстати говоря, еще один режим хороший здесь есть. Это конвекция щадящая. То есть там используется остаточное тепло. Вентилятор работать будет с интервалами. И между интервалами используется горячее тепло. То есть, короче говоря, экономия электроэнергии. И, в общем-то, можно на этом и готовить. Если вы не торопитесь, не спешите, то можно вот и готовить на этой программе. Ну, я сейчас переключаю на эту программу. И, в принципе, в дальнейшем тоже можно будет ее использовать в основном. Так. Окорочка от этого готовиться хуже не станут. Я смотрю, они уже немножко подрумянились. Ну, вот сейчас еще немножко я их смажу. Майонез с чесночком. Я уже вот тут вот намешала. Майонез беру я облегченный. То есть, либо легкий, либо 15% майонезный соус. Чтобы не было блюдо слишком жирным. Но это я делаю для себя, поэтому для гостей тоже так стараюсь делать. Кстати, девочки, кого интересует модель духового шкафа, вот эта модель. NV537. JEVOR. Очень интересная книжка, такая полезная, там столько вообще таких советов хороших есть, подсказок. Ее читать и читать. В общем, перед каждым приготовлением, если что-то надумали приготовить, вот сначала можно найти, что именно вы собираетесь готовить, и там подсказка, на каком уровне, в какой посуде, при какой температуре, какой режим ставить, сколько времени готовить. В общем, очень много-много интересных подсказок. Класс! В общем, девочки, прошло 45 минут, и я хочу сейчас достать и смазать. Вот, кстати, я сейчас открываю духовку, посмотрите, сколько пара выходит, горячий воздух. Видно или не видно? Наверное, не видно. В общем, нужно держаться подальше от этого дела, чтобы не обжечь лицо. Все, сейчас смажу и верну обратно противень. И еще минут 10, и все. Ой, девочки, хочу рассказать честно, получаю истинное наслаждение готовить на такой кухне. Просто удовольствие, с такой бытовой техникой классной. Новенькая, вообще она классная, столько функций вообще. Прямо сейчас вот изучаю духовку. Я просто в восторге от того, сколько там возможностей. И можно столько прям, я не знаю, наготовить там выпечки и не выпечки, и вообще все что угодно, много чего. Короче, я просто буду теперь искать рецепты какие-нибудь вкусные. Ну, так, чтобы, конечно, семья вся кушала, а не только я одна. И буду готовить. Единственное, что, конечно, лучше готовить, чтобы ребенок не отвлекал, потому что... Ну, ребенок может подскочить к духовке как раз, когда она работает, горячий воздух. С другой стороны, нужно следить там, хотя есть там таймер, можно включить, но когда вот первый раз, допустим, я буду ее пользоваться, я хочу смотреть, в общем-то, следить за всем этим делом. Поэтому, если я какие-то сложные блюда буду готовить, то, наверное, скорее всего, буду дочку просить, чтобы она с Дэней пошла погуляла там или съездили куда-нибудь. Ну, в общем, не часто это будет, но надо будет просто пробовать разные варианты. Ну, и я сейчас просто так вот как бы просмотрела, в общем, в целом вот эти все программы, и какие там возможности, и какие там подсказки. Но изучать просто буквально все сейчас смысла нет, потому что оно тут же забудется. Все нужно память подкреплять на практике, да. Вот я сейчас делаю вот эти вот бедрышки, и уже по ходу я читала, и уже вот сейчас я уже на практике подтвердила, я уже теперь запомню, да. Вот. Там, кстати говоря, еще вариант, можно будет попробовать, ну или мясо, или птицу, неважно в принципе что, сделать как гриль на решетке. То есть на решетке противень под низ и включить конвекцию вместе с теном верхним. Ну это вот будет как гриль. Вот. Ну, в общем, будем пробовать. Не буду сейчас прям лишнее ничего говорить. Зачем? В общем, кайф. Я просто кайфую, честно кайфую. Вот. Ну, микроволновку я сегодня изучать не буду. В общем, на сегодня хватит, я думаю, потому что мне сейчас в голову уже ничего не зайдет и ничего там не останется. Поэтому это надо на свежую голову. У меня еще куча дней здесь. В общем-то, проводить я буду в этой квартире, пока дочки нет. И, в общем, все, что меня интересовало, а мне мешали хозяева, ребенок. Вот. И все это вот я буду сейчас потихоньку изучать, а потом просто дочке расскажу и все. Тем более, что мне проще это все понять и рассказать уже своим языком, потому что я-то все-таки бытовой техникой занималась, я ее изучала сколько лет. И вот сейчас просто я освежаю память, по сути. Ну, конечно, на практике у меня не было такой кухни, не было такой бытовой техники, но теорию я изучала, я ее могла людям рассказывать, сейчас подзабыла многое, да. Ну, пока читаю, уже вспоминаю. Вот класс, класс. Все, сейчас уже доделываются у меня окорочка, макарошки у меня уже сварились, огурчик, помидорчик, и буду кушать, покушаю. И лягу отдыхать, но я не спать буду, я сейчас запущу какой-нибудь сериалчик, включила уже сплит, на улице уже душно, и, в общем, буду балдеть. В общем, сегодня я уже ничего делать не буду. Представляете, я с утра встала, уже столько дел сделала, а как вы думаете, сколько сейчас времени? Девочки, без 5 час. Вот, собственно говоря, обеденное время, и у меня всегда так. У меня всегда так. Вот, кстати говоря, когда кто-то пишет в комментариях, что типа дочка меня заставляет что-то делать, и дочку ругают, что она эгоистка на моей шее сидит. Дело в том, что я сама. Я не хочу, знаете, старость провести на диване, вот тупо лежать и ничего не делать. Куда-то там путешествовать мне не кайф. Я домашний человек, у меня вот просто вот дом, все, мне нужно, чтобы уютик, там чистенько, убрано, приготовить туда-сюда. Я сама вот начинаю тут что-то шуршать, сама себе нахожу работу, знаете, чтобы не скучать. Вот. Но переусиливать тоже не нужно, потому что уже, в общем-то, не та энергия, не молодая, да. Ну вот что-то поделала, отдохнула, что-то поделала, отдохнула. В общем, как, короче говоря, знаете, так вот ковыряться, по чуть-чуть что-то делать, и все это с перерывчиками, с перекурчиками, знаете, с отдыхом. Вот так. Я сама по себе таким же человеком вот всегда была, как и дочка. Она вот сейчас, смотрю, крутится, вертится тут в голове, это надо сделать, все, и все у нее кипит, горит. И притом, знаете, тяжело, когда маленький ребенок, надомная работа, а блогерство, это я считаю надомная работа, потому что это все-таки труд, это все-таки такой большой труд, и надо снять, смонтировать видео и, в общем, и убирать, еще и готовить, это очень много, знаете, вот, короче говоря, я, например, считаю, что это нормально, что я взяла на себя функцию хозяйки, мне не трудно, и даже это, знаете, во благо мне идет, это даже для здоровья, потому что движение – это жизнь. Если вот завалиться на пенсии, на диване, в общем-то, до смерти недалеко уже останется, поэтому надо двигаться, надо что-то делать. И вот когда я двигаюсь, я чувствую, что я живу, понимаете, вот когда я заболела, полгода лежала, и, в общем, мне было трудно даже вот ходить, что-то делать, и я когда лежала вот в таком состоянии, думала, боже мой, неужели это все? Неужели вот эта жизнь моя закончилась на этом, что я просто слегла, и я не могу ни в состоянии, ни работать, ничего делать. В магазин мне прям сходить за хлебом очень трудно было, ноги переставлять. Свинцовые ноги были, вот просто вот все болело, суставы, спина, позвоночник. Тяжело было. А сейчас вот я двигаюсь, я живу, я себя прекрасно чувствую, прям замечательно, отлично чувствую. Вот, поэтому, когда я двигаюсь, я чувствую, что я живу. Кайфую я от этого. Поэтому не ругайте ни мою дочку, что я там что-то для нее делаю, ни меня не ругайте, что я там ее балую или что. Да ну балую прекрасно, замечательно, пока я жива, пусть я хоть побалую. Потому что, знаете, вот меня не баловали, и мне было тяжело. А я потом хочу вам сказать, я не балую, я просто помогаю, я делаю посильную помощь. И Кто-то пишет: дочка для меня ничего не делает. Ничего подобного. Она зарабатывает деньги. Если мне на что-то деньги нужны, она мне всегда даст. То есть я на свою пенсию, вы знаете, особо не прожила. Вот. Поэтому мне, если что-то нужно, дочке сказала, она все мне, что нужно, приобретет. Поэтому у нас, знаете, взаимовыгодная помощь идет в семье. Ну, у нас, по крайней мере, с дочкой вот мы друг другу помогаем, да. Ну, у сына там и жена, и дочь, поэтому там я помочь не могу, и поэтому и брать оттуда тоже не просить, ничего не хочу. Поэтому у нас как вот тут с дочкой идет взаимовыручка. Так, у меня осталось еще парочка минут, и я выключаю духовку и буду есть. Пора обедать, хочу кушать очень. А запах еще, знаете, такой с чесночком, прям, ой-ой-ой, вкусненький. Ну и все, девочки, вот он мой, собственно говоря, обед. Я решила овощи просто нарезать кусочками. И не буду я делать салат, просто хочу так накусочку поесть. Окорочка остальные положила в контейнер. И вот еще доем арбузик. И все, на сегодня больше готовить ничего не буду, все. Девочки, ну все, я покушала, очень получилось вкусно, окорочка получились прекрасные. В общем, все у меня удалось. Я посмотрела сейчас по времени, я уже наснимала очень много, поэтому сейчас хочу это видео закончить. Если сегодня вечером будет еще что-нибудь интересное, я тогда начну уже снимать на завтрашний день. В общем, вот это видео у меня будет называться «День первый». Потому что, собственно говоря, ну если так считать, как бы день первый. Вчера был день отъезда, а сегодня день первый. Да, Милочка? Скажи, день первый. День первый, мы мурчим, тут все нормально, у нас все хорошо. Милочка, она сегодня мне не мешала особо так. Вот. То поспит, то походит. Ну так чуть-чуть помявкает, но не особо сильно. Да, рыбка моя. Вот, ну и все, девочки, буду вам снимать каждый день, что я делаю, что тут новенькое, что у меня тут новенькое. Здесь вообще все равно какие-то события происходят, да. Завтра еще надо будет мне инструкцию по микроволновке вот этой посмотреть, что там за функции, там еще какие-то есть интересные кнопочки. Да, еще в магазин надо будет сходить, сегодня уже не пойду, сегодня я просто буду сериал смотреть. Завтра надо будет сходить уже в магазин, там кое-что надо из продуктов мне купить. Вот, ну, в общем, что будет завтра, то увидите уже в следующем влоге. Все. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Скажи, Мила, пока-пока.